Привет всем, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Аня, сегодня покупки из магазина Ашан. Сначала я вам покажу покупки для дома, такие повседневные, а потом в конце уже новогодние покупочки. Купили туалетную бумагу такую, 77 метров, две штуки. Лук взяли, лук у нас по 20 рублей, на 25 рублей пакетик. Потом сухарики взяли вот такие, к чаю, хлеб. Такой вот вкусненький. Так, затем взяли бедро куриное, взяли кукурузную муку, 500 грамм маленькая пачка, и пшеничную муку, такую пышечка. Так, также взяли 5 килограмм сахара. Так, перчатки себе взяла, посуду мыть, макароны, вот такие ашановские, бантики и перья. Так, и пачку риса. Давайте теперь покажу вам новогодние покупки. Отдельным чеком мы купили детям подарки, своим детям. Они были у нас по 499 рублей. Вот такие вот коробочки с ручками. Так. Ой. Так, здесь у нас сколько? 900 грамм. Конфетки хорошие. Вот. Кто хочет, нажмите на паузу, почитайте. Так, это мы отдельным чеком заплатили. 1000 рублей. 998. Так, также племянницам взяли такие подарочки. Поедем в гости на праздники. Девчонкам подарим. Такие вот. Два подарка. По-моему, по 250 рублей. Тут очень мелко написано. Вот. Ну, чек в конце покажу. Также взяли, тоже новогодняя покупка, чеснок. Он по 159, взяли на 28 рублей. Вот 4 головки чеснока. Так, затем мясо взяли, грудинку с кожей. Так, затем взяли на отбивные, на мясо по-французски, корейка. Свиная без кости, вот два кусочка, на 181 рубль и на 179. Вообще килограмм стоит 300 рублей. Так, два кусочка взяли. Также сыр взяли российский. Ну, естественно, еще будем докупать. Еще нужно будет и сыр, и колбасу. Так, пищевую пленку взяли. Имбирь взяла я на имбирные пряники. Также упаковочную такую бумагу красную и ленточку. Так, ну пакетики тоже считать на Новый год. Закрывать нам салат и все такое. Так, взяли сыр плавленый. Вот три кусочка вот такого. Хохланд. И один вот такой вот кусочек. Так, и набрала магнитиков. Ну, кому-нибудь подарить. Такие вот. Так, себе взяла вот такой календарик магнитный. С коровкой, и свекрови тоже взяли подарить. Вот. И теперь чек. Много чего еще мы не купили на Новый год. Это так частично только. Так. И всего мы потратили 2241 рубль. И плюс еще 1000 вот эти вот подарки. То есть 3241 рубль получается. Такие вот закупочки. Начинаем уже закупаться. Вот, но еще много чего будем покупать. Поэтому оставайтесь со мной на моем канале. Подписывайтесь. И впереди еще будет новогодняя закупка. Новогоднее приготовление. В общем, так вот. Пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь этим видео в социальных сетях. Всех с наступающим Новым годом. Всем удачи. Пока-пока.